А доброго времени суток вам, дорогие подписчики! Вообще в русском не существует такого выражения. Доброго времени суток. Не знаю, откуда это пошло. Ну, это я возмущаюсь опять, как для порядка. Не обращайте внимания, занудство. Добрый день, скажу так. Не знаю, когда вы смотрите этот ролик. Вот опишу я его вечером. Так что мог бы сказать добрый вечер. Сегодня ролик не пройду. Сегодня ролик про ремонт. Ремонт нашей квартиры. Мы живем в ней уже 25 лет в перманентном ремонте, который начинается и не заканчивается. Вообще говорят, что ремонт закончить нельзя, его можно только прекратить. Вот у нас он не прекращается уже последние 25 лет с того момента, как мы въехали. Мы ремонтируем то одно, то другое, то третье, то десятое. Но в основном, конечно, это комнаты, прихожая. Мы не трогали самого основного. Самого сложного и тяжелого в квартире – это кухня и санузел. Вот как 25 лет назад ехали, так все и живем. Вы сейчас увидите фотографии нашего нынешнего потолка, и вам может показаться, что это очень даже ничего. На самом деле это не так. Местами он продавлен досками, полками, которые я туда ставил. Местами он замазан белой краской. И вообще он уже старый, можете себе представить, покрытие 25 лет. Сколько можно? В жизни нужно что-то менять. Менять кардинально, радикально. И жить дальше. Да, жить в новом, в чистом, светлом, красивом. В общем, сегодня начинается трехсерийный фильм. Сегодня будет первая серия. Ремонт, проектирование и ремонт потолка. Потом будет вторая. Это проектирование и ремонт стен и пола. Ну, то есть покрытий, скажем. Мы купили керамогранит, я потом расскажу, где, как, почем и как вообще лучше это делать. И третья часть, самая важная будет, это про проектирование и установку кухни. Значит, каждый ролик будет состоять из трех частей. Первое, это проектирование, потому что я занимался проектированием интерьеров и мебели порядка 15 лет. И опыт у меня в этом, я вам скажу, есть, поэтому уж для себя-то, естественно, я сделаю. Вот. Вторая часть будет про выбор изготовителя. Ну, то есть всегда важно, кто будет тебе делать то, что ты задумал. Это должно быть качественно, ну и по возможности недорого. И третья часть – это будет сравнение результатов нарисованного и полученного. И сама установка, естественно, тоже. Ролики я постараюсь делать недолгие, чтобы не затягивать и не отвлекать ваше внимание, но в то же время, чтобы вы получили опыт, который вам пригодится, возможно, когда вы будете делать ремонт у себя. Итак, начнем с потолка. Часть первая. Начнем с проектирования. Прежде всего, приходя к дизайнеру, вы должны взять с собой размеры помещения обязательно. Потому что без размеров бессмысленно составлять проект. Второй важный момент. Вы должны определиться дома со своими желаниями. Чего вы хотите. Потому что понятно, что проект будет меняться по ходу проектирования, но вы должны выбрать цвета, вы знать должны мебель, которая там будет стоять. Вы должны знать, что вам нужно будет освещать потолочными светильниками. Пока дизайнер рисует, не говорите под руку. Человек думает, а это требует сосредоточенность. Это здесь вы видите, что проект рисуется так быстро. Реально, все происходит гораздо медленнее. Но и не молчите, если вас что-то смущает в процессе проектирования. Потому что переделывать какие-либо поправки потом гораздо мучительно больнее, чем исправлять по ходу дела. Вот обязательно расставьте свет так, как вам нужно, так, как вам будет удобно в будущем помещении. Над рабочей зоной кухни или в районе холодильника. В проекте должны обязательно присутствовать точные размеры, основные цвета помещения, которые не будут у вас меняться. Расположение светильников и материалы потолка. То есть, если у вас потолки цветные или с фотопечатью, это должно быть прорисовано, чтобы вам не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Или не было ругани с изготовителем, который неправильно вас понял и сделал не то, что вы хотите. В результате вы должны увидеть свой будущий потолок почти вживую. Ну, конечно, с определенной степенью достоверности, но все-таки это лучше, чем потолок, нарисованный на бумажке от руки, с какими-то косоватыми размерами. Если дизайнер хороший и профессиональный, он всегда сделает и добьется того, что нужно именно вам. Итак, потолок мы себе спроектировали. Мы теперь точно знаем, что нам нужно
из чего нам нужно, из каких материалов, какого цвета, как это должно выглядеть. Но потолки дело сложное, самим не сделать, тем более натяжные. Поэтому нам нужен изготовитель потолков. Особенно я не заморачивался, потому что есть человек, которого я знаю уже несколько лет, много лет, который несколько раз делал нам потолки домой. Это Александр Атарщиков. Фирма называется Атика. Я вам, в принципе, покажу даже его сайт. Так и называем. Вот Атика потолки. Атика потолки РФ, видите? Удмуртская республика, город Воткинск. Вот это сайт фирмы. Тут есть все используемые материалы, виды потолков, фото потолки. То есть они делают потолки даже с печатью, если вам нужен потолок в цвет облачного неба или с ромашками. Ну вот здесь вот видите, представлены образцы. Виды натяжных потолков. И что удобно, здесь же указаны их стоимости. Ну, ориентировочные, предупреждаю, потому что каждый отдельный потолок нужно считать отдельно. То есть это зависит и от сложности, от количества светильников, от наличия печати, от пленки, которая будет натягиваться. Вот адрес, вот телефон. Телефон и ссылку на сайт я укажу в комментариях к этому посту. Вы сможете перезвонить. А в конце ролика вы увидите результат. В общем, я позвонил Саше. Он приехал на замеры, на следующий день посчитал стоимость, мы договорились, и работа началась. Сначала наша работа, которую вы сейчас увидите, а потом и его, которую тоже ускоренную в 1000 раз вы успеете просмотреть за 2 минуты, если у вас хватит терпения. О, второй этап, который вам предстоит, это уборочная страда. Вам нужно убрать все, что находится ненужного в помещении, все, что будет мешать установке потолка. Это очень хороший повод разобрать старый хлам, повыкидывать ненужные вещи. Только хочу предупредить, никогда не начинайте разглядывать, потому что вместо того, чтобы выбросить, вы начнете продолжать хранить хлам дальше, но уже в новой кухне. Ну, у нас набралось тут несколько коробок, а потом в результате мы еще выяснили, что ящики верхние у нас совершенно полупустые. Хранить их по большому счету нечего, если правильно организовать пространство внутри. Это нам дало возможность изменить кухню до того, как мы ее заказали и сделали. Это хорошо. Всегда при разборке смотрите, что вам нужно, где должно висеть и какая в будущем должна быть мебель. А теперь непосредственно о процессе установки. Установка продолжалась 2 дня. Ну, в общем-то, она заняла тут несколько этапов. Это выравнивание уровня потолка. Естественно, потолок опустился. У нас и так-то потолки низковатые, а тут опустил. Тут уровень стал вообще на 8 сантиметров меньше. Но вы знаете, за счет того, что потолок был раньше темный, а потом стал светлый, что вы увидите в конце. То, в общем, это незаметно. Это мы с ним нашиваем балки. Вот балки мы подвесили, он выставил снова уровень. Сделали так, чтобы балки торчали из-под уровня потолка примерно сантиметров на 5. Кстати говоря, на эти балки можно будет очень удобно, мы подумали перед Новым годом, накрутить крючков и повесить гирлянды, шарики для елки и вообще любые украшения. И вообще это полезная штука. Лишь бы вещи, которые на ней висели, потом не мешали ходить и не ударяться в них головой. На одной балке, вот, которая подходит к стойке в седне, где я стою, там потом будет висеть самодельный светильник деревянного щита с 2 большими светодиодными звездами. То есть света в кухне, в принципе, будет 3. То есть один над рабочей зоной, второй будет в районе холодильника и вот этой полки, которая стоит справа, а третий будет светильник над столом. Мне просто очень нравится местный свет. Ну и вообще для каждого света, для каждого места в помещении должен быть свой свет. То есть, когда я готовлю, у меня будет ярко-светлая рабочая зона. Когда я лезу ночью в холодильник, у меня будет подсвеченный внутренний свет. Когда я достаю рюмочку с полки, она будет тоже подсвечена. Ну уж когда на обед мы собираемся всей семьей вдвоем, будет на столе чрезвычайно светло, потому что светильники эти звездочки светодиодные очень мощные. Вот Саша, в принципе, уже натянул потолки, приклеил уголок, и потолок приобретает окончательный вид. Вот это врезка светильников. Сейчас мы попробуем их включить. О, если вы успели заметить. Ну, в принципе, я сейчас покажу тот проект, который я рисовал. Можете сравнить. Конечно, здесь готов только потолок во всей кухне. Это совсем не то помещение, которое я прорисовал. Но, тем не менее, в принципе, вы видите, что получилось именно то, что мы задумали.